Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! С вами Kazuko Family, и мы начинаем проходить ремейк Little Kate. Я объясню, что это за игра. Вот, пока присаживайтесь поудобнее, делайте чаечек-кофеечек, а мы пошли играть. Так, в общем, смотрите. Это та история про ребенка, который будет у меня в плейлистах, Кейт. Нам рассказывают, почему нету отца у этой телочки. Назовем ее телочка, потому что у нее есть сиськи, и она женщина. Да. Простите меня, феминистки. Вот, что еще? Это продолжение. Она нашла отчима, ну и как обычно, отчим у нас бухает. Вот, так что мы погнали. Будем комментировать и ждать загрузочки. Вот хавает наш сынишка. Смотрит невключенный телек. А ну-ка, подожди. Во! Смотри, короче, телек, сиськи, письки. Так, в прихожку нам идти, что ли? Так, а мы с батей разговаривали, с отчимом разговаривали? Олег, что случилось? Сейчас посмотрим. Я потерял работу. Я задолжал немалые бабки серьезным людям. И при этом я должен оплачивать жизнь тебе и твоему маленькому нахлебнику. Какого черта я связался с тобой, не напомнишь мне? Не смотри на меня так. Ты свой зад вообще ни разу не подняла, чтобы пахать. Блять. Сколько ты должен? Может быть, я смогу чем-то помочь? Ну да, отработаешь своей жопой. Так. Я не знал, что у нас есть тут гребаная, блядь, миллионерша. Пожалуйста, успокойся, Андрей, может услышать. Да мне похуй. Так. И чё дальше? Так, не водку же спиздить. А, нет. Бля, а чё тогда? Ладно, пробуем, как говорится. Да ёб... Твоя мать, копилка. Ну давай, попиздили к копилке. У меня... О, мало играется. Да, в наше время мы поиграли с бастяночками, с куколками-тяночками. Так, чё, швабру надо брать или швабру мешает? Так, чё там? Блять, какая вешалка. Так, пылесос. Она можно как-то с пылесосом взаимодействовать? Так, как там, пробел? Или нет? Управления нихера нету, да? Шикарно. А как... Подсвечивать предметы, я не понял. А. Вот, блять, как. Аптечка. Я слепой. Так, а чё в шкафу? Может, в шкафу что-то? Нет. А, мы что-то доставали вроде бы. Так. Ну давай. Блять, какой тебе крюк надо? Сифон, блять, что такое сифон? Вот честно, я не знаю, что такое сраный сифон. Что-то
Короче, херня знакомая. Ну, блять. Сифон. Но сифон, если мне не... Блять, сифон это пшикалка, ёб твою мать. Во! Пшикалка. Сифон это пшикалка. Я помню, что вот эта ручка, блять, которая пшикает эти... Ну, окна, короче, мыть хуйня, знаете, вот. И чем окна мыть, протирать, вот эта пшикалка с ручкой, блять, это и есть сифон. Блять, а я забыл, что такое сифон. А вы еще говорите, игры ничему не учат. Ха-ха, блять, как же. Так. И что дальше? Подожди. Крюк мы нашли. Так. Блять, со стола кубик Рубика. А можно, блять, было сразу все это сказать, блять, сделать? И все? Ну давай. Блять, целая система, чтобы достать, блять, копилку. Я ебал. Но анимация тут пиздато сделана, тут не поспоришь. Давай, доставай ебучую копилку. Блять, Андрюшу просить, реально, ребенка? Ебать. Ну давай, пиздюка попросим. Андрюша, у меня есть одно дело, с которым я сама не справлюсь. Поможешь мне, пожалуйста? Ну, блять, как матери не помочь, блять. Эй, Андрюша, ты, блядь, ты где? Давай, мамке помогай. Пиздюк малолетний. Но! Двигай своей жопой. Андрюш, когда я подниму вешалку, вытягивай копилку, хорошо? Мам, Олег сегодня будет злой. Нет, все будет в порядке, не волнуйся, милый. Ты понял, что делать с копилкой? Да. А дальше чё? Забирать эту копилку нахер или чё? И чё, этому долботрясу отдавать что ли? Олег! Хороший ты ли, блядь, человек? А ну-ка. В смысле? А как... Используем на... Чё, блядь? Тут еще чё, блядь, головоломка, что ли? Чё, блядь, серьезно? Не понял. Не понял, а чё она не работает? Так. А чё значит 009? А как их решать вопрос? Может, кто-нибудь мне объяснит?
смысле, что неправильно, я не пойму. Подожди, может, имеется в виду на том столе решить или на каком? И чё? Я не так и не так не могу среагировать эту копилку, блядь. Как её решить? Может, тревянку дать попробовать, типа? Так, понятно, ребенок с нами говорить не хочет. А муж? Повторяю то же самое, да? Чё, блядь? А куда делась копилка, блядь? В смысле, а куда копилка делась? Чё за трэш? Это понятно, а куда делась копилка? Чё, реально у меня копилка исчезла? Пиздец, чё за трэш? Фух. Ладно, ребят, давайте я разберусь, чё, куда копилка делась, чё с ней делать. И, в принципе, вернусь, короче, с этого момента. Я не знал, что такой нежданчик произойдет. Сорян. Так, ну вот, смотрите, ребят, копилка. Вот так примерно надо решать головоломку. Сейчас посмотрим выход. Так. Ага. Чё, этому самотелику просто отдавать? Вот, это мои деньги. Надеюсь, тебе это поможет. Опа, это мне разве что на пиво и сигареты хватит. Ты, блядь, шутишь? Здесь большая сумма. Который там час, скоро начнется футбол. Надо не пропустить и еще за пивом сходить. Ебать он дает. Прекрати, ты уже достаточно пьян. Да не ной, заткнись ты уже. Маша, ты меня просто бесишь. Хорошо, Олег, с меня достаточно. Я больше не собираюсь это терпеть. И что ты сделаешь? А ну, положи на место, быстро. Ты покупала это? Пошел в жопу, мана. В смысле, что-то, ну... Ой, пизда ей будет. Папа. А, это он папаню первого вспоминает, да? Эй, малыш, какой ты взрослый, иди сюда, сынок. Бля, не успел прочитать. Папа. Так, вы что, за паханом, что ли, видите? Ух, ебать. Так, автосохранение было.
И что нам делать? Это он так мир видит, что ли, малой, да? Интересно. А что нам делать-то? Бляха-муха. Я сейчас запутаюсь нахер. Так. А, подожди. Смысла ты не видишь? А, вот эта розетка. Типа что, туда что ли, блядь, вставить? Да, блядь. Давай. Ух, ебать. В смысле шатается? Не понял. И что ты мне планируешь подобрать, малой? Не понял. А чё, туда надо было тоже вырубать, что ли, или чё? Давай попробуем вырубить. Опа-на. Нихуя себе поворот. Вот как это работает. А, и что, теперь вытащить розетку, что ли, блядь, серьезно? Блядь, как это работает? Ебать. Розеточник, блядь. Симулятор розеточника. Да? Или я не прав? И чё, блядь, где она? Чего нах? Вот это? И чё разбирать? Блять, мышка неудобная. И чё разбирать? Чего нах? Вот это дерьмо разбирать. Бля, подожди, малой. Смысл не подходит, блядь. Теперь подойдет, нах. Давай. Хуя себе у него мирок. Ебать. Мамины конфеты, ебать. Да, он по-другому смотрит мир.
Банка отвертку открыть. И чё там? Жидкое. Чё это за херня? Тут ещё, блядь, птица какая-то. Птица счастья завтрашнего дня. Ну, естественно, ты не можешь. И что нам делать? Так. Пруд. Что тут еще у нас? Банка. Где был пруд? Вот этот. Чё, серьезно, отверткой можно? Блять, я понимаю. А, все. Так. На трубу. Так, а это труба, нет? Ага, если так. Ага. И что это нам дало? Вентили вращать? Какие, блядь, вентили? Блять, игра запутанная, сука, но интересная, честно. Пробуем. И чё, блять? В смысле? И чего? Это понятно. Еще банка, блядь. Блядь, нахуй мы их собираем, вопрос. Ой, малой еще так передвигается, просто ебануться. И чё это? Понятно, ничего это не дало. А тут код вводить, да? Ебать. Пу-пу-пу-пу-пу. Я что-то вообще не понимаю. Тут написано... Какие вентили, блядь? Тут же вроде больше вентилей нет, как два. Ну, давай пробуем крутить. Чё, блядь? Ничего, нижний крутануть? О! Наконец-то. Ты почему здесь копаешься? Это снова что-то сломал маленький уёбок. И чё? Да иди сюда, я тебя научу, как быть послушным мальчиком. Нет, уходи. Хм. Ну окей. Пруд на трубу? Вернись сюда, не зли дядю Олега, блядь.
Давай, прут. Давай, давай. О, блядь, ну ладно, оставайся здесь один, я все равно тебя поймаю потом, говнюк. Это что такое? Самолетик? Вообще туда внутрь залетел. Так. Ну это я прочитал, не. А, смазываем пруд жидкостью, блядь, серьезно? Пробуем. А дальше? Смотрим в канал С, это как? Серьезно? И как его достать? Подожди. Не понял, а что с банками надо? Что с банками-то делать? А, я не применил, типа, долбоёб я, да? Ну, давай. Красава. Так. Тут не сразу понятно, что делать, поэтому фиг его знает. Мы станем... Чё станем? А, теперь там прочитать. Так, может надо, типа, достать так же прутом? Давай, малой, давай, давай, блядь. Чё, нихуя ничего, банку можно? Нет. А, банки кидать в эту, блядь, а ну-ка. Раз, два, три, четыре. Все, идем подбирать. Станем сильнее. Погнали птицу освобождать. Так, матери с отцом, это значит. Ой, а почему? Стрелку какую-то. Вот как это без прохождения проходить, я вообще не ебу. Так, человека, поднимающего тяжесть. И где он там, блядь? И чё дало? Птица. Что это нам вообще дало, я не пойму. А, какую вилку? А, в смысле, у нас уже должно получиться? Нихуя себе поворот. Чё, погнали. Сюда, наверное. О, бля. В смысле достаем из душного зверя? Какого? О, блядь, сохранение было.
Неплохо так. Что за хрень тут происходит вообще? Опа, папаня тут. Ебать тут дохерища всего. Изолента. Ты выбрал правильную, серьезно? Понятно. И что я должен найти тут? Что, блядь? И что это мне дало? Вообще, что это мне дало? Опять электрическая вилка? Ой, как все запутано, ебать. Реально. Ну тут вообще пиздец тупик. Тупик, жесткий тупик. Конечно, музыка и все остальное сделано прикольно. Папа, Андрюша, сыночек мой, я бы все отдал, чтобы обнять тебя сейчас. И это все я уже потерял. Папа, пойдем со мной, ты можешь вернуться к нам. Андрюша, прости, некоторые ошибки можно сделать только один раз. И я сделал такую. Я так люблю тебя и маму. Вы самые дорогие, кто у меня был. Но я не могу вернуться и защитить вас. Сынок, послушай меня внимательно. Ты очень умный и смелый мальчик. Когда ты вырастешь, ты будешь достойным человеком. Защищать маму и свою семью. Не сломаешься ни перед какими трудностями, я точно знаю. Но сейчас тебе нужно держаться подальше отсюда. Давай вспомним, как мы играли с тобой. И где он? Что за ограда? Ну да, он же вроде как погиб, по-моему, он его видит, да? Ага. Найти розетку, чтобы включить лифт. Окей, папаня. А, стоп, он про розетку говорил. А где розетка? А, вот она, блядь. Подожди. Это точно она не подходит? О, блядь. Давай, шутник, блядь. По-моему, вот это. Если мне память не отшибла совсем. Да... В смысле, блядь? Да вы заебали, сколько мне розеток брать? Вы издеваетесь? Блять, все перебирать, что ли?
Блять, а какая? Какая ебучая розетка, я уже заебался тут все розетки перебирать. Ну, блять, давай эту. Сейчас на этом месте что, блядь, 100 раз буду телепаться. Наконец-то, блядь. И... Эта херня мне лифт откроет, что ли? Ну да. Мама. Так. Это понятно. И что ты типа металлической балкой это сделаешь, что ли? А... Нет. Опять спускаемся на лифте. Ну окей. И что нам делать? Тут торт ебучий. Куда ты, блядь, пошел? Так. Ага. И это. Блять, что? А где там, блять, крепко будет? И серьезно применяем на свечи, нахуя? И что это нам даст? Окей, ладно, попробуем. Хорошо. Так, подожди. Попробуем скрепку. Ага, он лопнул. Окей. Так, а дальше чё? Пробуем включить, что ли? И... А что изменилось? Вопрос.
Типа еще раз нужно, что ли, или что? Стоп. Он типа нас поднимет, что ли, или что? Или подожди, или можно... Или мы назад попрём? Нахуя? Бля, я уже запутался. Так. Твою мать, что ж я туплю-то так, а? Блять, наконец-то. Ура, я достал его. Блять, да я не догадался, что отодвинуть эту хуйню надо. Реально не догадался. Так. Ладно, погнали. Отцу, что ли? Походу, да? Папа, где ты? Сейчас узнаем. Чего? Опа-на. Папаня. Папа? Это я во всем виноват, Андрей, прости. Папа, почему ты плачешь? Я был пьян и все равно сел за руль, о боже. Это не должно было случиться. Я заплатил самым дорогим жизнью и возможности прожить его с вами. Увидеть, как ты растешь. Просто быть рядом, держать за руку. Я потерял это счастье, прости меня. Ух ты, блин. И что дальше? Андрюша, ты нашел воздушного змея? Я и не сомневался ни на минуту. Что ты сделаешь это? Молодец, я горжусь тобой. Тебе больше нельзя здесь оставаться. Иди на улицу, змей должен достаточно налетаться. О, даже так. Обними маму крепко, как только сможешь. За меня. Ну окей, давай. А где мать? О, блядь, пахан. В смысле? А, подожди. А, выходим на улицу. Вот как. Ну давай. Ага, теперь мы играем за Марию. Да, это действительно ремейк той игры. Так. Запись была. Ага. То есть тут надо делать... Боже мой, Олег, что ты творишь? А, если помните, в оригинале Кейт было то же самое, как он подпер дверь. Но, скорее всего, судьба повторится этого уёбка, что и у Кейт была.
так как у нее умер муж в автокатастрофе. А вот что произойдет с отчимом, вы узнаете. Так. И что тут? Блин, подожди. Ага, нам также разогреть воду нужно, да? Как в той херне, помните, мы делали? Походу. Блять, используй. Так, теперь нужно чайник поставить. И... А где спички? Вот это спички. Ну да, блять. Зажечь плиту надо. Нахер. Так. Берем чайник. Открываем холодос и делаем так, как делали, блять, как делали в прошлой части. Так, пластины. Нет, здесь ну, ничего у нас нету, да? Подожди, а тут можно что-то? Опа-на. Длинная пластина. Блять, привинчена к стене, а так можно? Опа, нихуя себе. Так. Чё, пробуем сразу ебашить пластину, да? Если получится. Ебать, хуяк нахуй. Чё, надо сразу выходить, нет? Так. О, точно, отключить антенну, как и было в той части, блядь, реально. Реально ремейк. Я нигде не могу найти Андрея, блядь, где он? Да-да-да, как в той части было. Ты слышишь меня? Скажи мне, где Андрей? Ну, понятно, что ему похуй, как было и в той части. Так. Тут вообще ничего нету. То есть, скорее всего, нам выходить, да? Маленький змей. Погнали, чё? О, нихуя себе. Так, и чё тут у нас? Велосипедет. Что-то надо находить. Ага. И чё? Только так это работает? О, бля. Нихуя себе. Но он ничего не даст, да? Кусачки. Так. Это понятно, мы так это видим. Так, открываем дверцу кабины. Какая дверца кабины? Я что-то не пойму нихуя. А, вот это? О, блядь. Винтами, ну открути, блядь. А как это будет работать? Ух. Так, подожди.
А, спускаемся на четвертый этаж. Блять, ну, значит, обратно положи. Или как? Ну, забирай, забирай, не психуй. Такая-то что мусорка, да? Хрен его знает, нужна она там. А, не видел пацана. Что-то случилось? Нет, все хорошо. В смысле, ты? Что ты здесь делаешь? О, я ремонтник из сервисной компании ЕСК. Похоже, что у вашего лифта проблемы. У тебя есть ключи от этой решетки? Мне нужно попасть в лифтовую комнату на шестом. Нет, у меня нет. А, вместо мужика они сделали вот этого чувака, чтобы на крышу попасть. Оригинально. Но кто знает прошлую часть? Нужно открыть клетку. Ясно. Понятно, он сначала должен лифт проверить. Опа-на, гопнота. Ха, не хватает на горючее. Накинь пару монет. Понятно. Еще и гопноту как-то отвлечь. Интересно, блядь. Чё, блядь? Радиоприемник. Блядь, еще и батарейки здесь нужны, ебать. Сколько тут, блядь, этажей? Второй. Ебать, первый. А что там? Чего, блядь? Еще и заменить чем-то. И чё, блядь, как его заменить? Трубой, что ли, блядь? Ты серьезно? Опа-на. Ебать, сколько тут проходить. Подожди, четвертый этаж, то есть первый нам почти не нужен, что ли? Получается, или как? О, блядь, а тут бабка сидит. Ага, ремень. Чё, мать твою? Я так понимаю, что она нам не даст его. Часы. Чё, блядь, и сюда можно выйти? Нет. Ага. Сливная труба. Ладно, попробуем сходить, посмотреть, что на том этаже. Тут вообще ничего. Ага. Тут искать батарейки. О, бля, подожди. Здесь что? В смысле ты не имеешь представления, что это? Ты издеваешься, блядь, Маша. Стоп, отвертка. А чё я не заметил, не понял. Чё, возвращаться что ли на тот этаж? Ну давай. Откручивай, как говорится, отверткой. Ох, ебать.
Нихуя себе! А я откуда знаю, как эту залупу проходить? Это, конечно, трэш. В какой-то степени. Соедините нижний левый угол и правый верхний угол. Блин, да это как-то... Как бы логично. Ха. И как это все работает? Ебать. В натуре как? Ох-ох-ох-ох-ох, вот так задачка, задачка из задачек, да? Так, интересненько, то есть это надо обязательно пройти, да? Фух, я надеюсь, что мы сможем. Смотрим на электрическую цепь. А, их нету проводов, что ли? Возвращаемся к квартире. Квартире? Какой квартире, нах? То есть их, блядь, еще и искать нужно, блядь, серьезно? Чё нахуй? Подожди, щиток. Подожди. Стоп, что? Квадратное отверстие? А где мне, блядь, это квадратное отверстие искать? Так. Смотрим. Подходим к лифту. Блять, к этому надо сходить. У этого попиздеть. Так, подожди, закончить. Тихо. Может, не-не-не, сюда. Да, кусачки, попробуем. Да, блять. Попробуем кусачками открутить. В смысле? Подожди. Берем. Берем гаечный ключ. Блядь, гаечный ключ, не то. Мужик, прости. А какой из них, блядь? Ну ладно, она взяла этот. Ух, fucking god, ты хоть этот взяла? Так, подожди. А теперь как? Окей. Отключили. Может, ты его заберешь? Как бы. Отрез... А, теперь кусачками отрезать, блять. Ой, я тупой баран. Ой, я тупой баран. Так, а теперь кусачки, блядь. Это будет, короче, первый провод, да?
Окей, давай. Отлично, первый провод мы взяли. Так. Отдаем этому чуваку кусачки и, по сути, идем на второй этаж или какой? Так. Это третий. Так, второй. Так. Чего? Первый этаж, подожди. А что в первом этаже? И чё? Это не то. А что мы на первом этаже должны заметить? Или я на втором что-то профукал? Блин, я тупой или что-то профукал? Чё, блин? Что-то мне кажется, либо я тупой, либо я что-то профукал. Но тут я рассмотреть я не смогу, как бы я не пытался. Все, а тут этот баран. Все. Так. Чего, блядь? Поднимаемся на второй этаж, открываем люк. Так, стоп. Поднимаемся на второй этаж. Ну, допустим. Ну. Ага. Вставляем эту полку в люк, поднимаемся на пятый этаж. Допустим. Допустим. Так, окей, мы кинули. Стоп, что? На каком этаже они были? Подожди. Ага. Да пусть. Вот она эта хрень, да? Все, получили второй провод. Отлично. Так.
Получаем второй провод, спускаемся, забираем кусачки, спускаемся с помощью. Поднимаемся на третий этаж. Так, подожди. Три провода, а у нас сколько? Нет, еще какой-то провод мы профукали. Но это явно не часы. Это явно... То есть мы его открыть не можем, что ли? И даже кусачками, блядь. Нет, подожди. Так, на первом этаже мы эту херню сделали. Бля, подожди, а где тогда? Не, это не то. Чё-то я нифига не могу этот момент дофукать. А, подожди, а может с радио что-то, провод какой-то ебануть? Подожди. Не хочешь повредить? Так, еще один. В смысле, а как ты его посмотришь? Ага, понятно. Как-то гопнота на снег. Так, подожди, мы тут открутили. Может, с домом мы что-то проебали? Так, подожди. Провод, провод, провод. Провод один. Окей. Так, просим рабочего, берем кусачки. Так, подожди, вставляем полку, поднимаемся на пятый этаж. Так, спускаемся на второй этаж и забираем. Тяжелые детали, подожди. Что-то я не пойму, в чем тут может быть оплошность? Где еще может быть деталь? Это очень странно, я что-то запутался. Подожди. Ага, телефон, это не то. А... Тут тоже ни хера нет. А где это может быть? А... Что-то такое. Стены. Да понял я. А ну подожди. О, блин, еще решать.
Три провода. Ладно. Уф, а где ж тогда вопрос? Вопрос. Такое чувство, как будто я что-то упустил. Подожди, а может в них кинуть, блядь, кусачки в этих дол... Бля, я запутался. Чё за дичь вообще? Может, ты попробуешь что-то с этой хуйнёй сделать? Или нет? Опа. Вот это для чего-то та эту хуйню открутила. Три провода, блядь. Так, получаем третий провод. Поднимаемся. Поднимаемся на шестой технический этаж. Интересно было, причем. Понятно. Шестой технический этаж. Так. Чего, блядь? Ясно. Ладно. Да понял я нахуй. Подожди. Так. И как нам тогда крутануть? Если мы вставим второй провод, он пойдет. Третий провод пойдет. Нет. Так, а если мы здесь пойдет? Нет. Подожди, если так. Пойдет. Пойдет. Три провода, блядь. Так. А если так, пойдет. Блядь. Нет. Пойдет сюда. Сюда. Да ладно. А как тогда, блядь? Так, пойдет, второй пойдет. Тык-тык-тык-тык-тык. Да нет, блядь. А как? Трэш. Это просто трэшачок. Просто трэшак. Так, ладно, я думаю, на этом я закончу. Но сделаю паузу и посмотрим, что делать дальше, потому что это пиздец. Реально пиздец. Не прощаемся. Что, народ, здравствуйте, с вами в нове, снова Казоку Фэмили. Если вы видите это, значит, мы проходим The Little Kate, либо это будет второе прохождение кусочек, либо я соединю его с первым. Это будет огромное прохождение интересной, но короткой игры. Но, естественно, для видео оно будет здоровое. Погнали. Делайте чаёчек, кофеёчек. Вот. А мы с Манюней идём продолжать искать сына. Вот. А теперь всё должно работать. Так. Угу. А, так, чувак, ты нас пропустишь в лифт?
А, стоп. Подожди, лифт заработал. Я идиот. Погнали. Так. Вот мы на этом этаже. Вот на этом этаже. А, нам надо дверцу. А чё ж так? А, это... Так, подожди. А что нам нужно здесь сделать? Вопрос. Так, подожди. Кодовый замок, это понятно. Нахуя нам калькулятор? Ой, май гад. На четвертый этаж. А, ну это я знаю. Спускаемся, смотрим. Поднимаемся на шестой, берем калькулятор, скрываем его. А, во как. И вставляем радиоприемник, что ли, блядь. Четвертый этаж. Есть? Давай. Ой, блядь. Нет, нам, наверное, третий нужен. Отвлечь этих придурков, да? Я прав? Еще одна! Так, имеются, на которых нужно выставить код для этажей. 1, 2, 3 и 6. Так, обращаем внимание на надпись на листе фанеры у кабины лифта. Спускаемся на первый этаж. Видим запись. Поднимаемся, отмечаем, едем на третий, записываем, поднимаемся на шестой. Вводим. Так, на какой панели, блядь, я что-то запутался. На этой? Оу, а куда... Так, подожди. Опять надо кидать, блядь. Да, блядь. Блядь, зря. А может и не зря. Хуй его знает. Стоп, блядь, где лифт? Я надеюсь, я не зря это всю хуйню сделал. То, что отдал кусачки, мать твою. Надеюсь, нам не нужны эти кусачки, мать твою. Так. А, первый этаж 324. 324. Так. Чего, блядь? Второй 116, что ли? Ой, блядь. Третий 425. 4. А последняя 614. Я просто не хочу бегать, блядь, это все искать. Так, вскрываем еще одну батарейку. Так, а на каком этаже это все было? На четвертом? Ну, почти, на третьем, да? Ну и что произойдет? Это
Эта музыка цепляет струны моей души, братан. Так, и что тут у нас? В чем мы узнали? Так. Чё, блядь? Так, первый ряд. 1, 2, 3, 4, что ли? Так, подожди, это закрыть можно. Это тоже. Так, подожди. В каком плане? Что это значит? 1, 2, 3, 4. Это первый ряд, да? Второй ряд 145. Второй ряд 145. Наверное, 2, 3, 5, 1, 3, 4, и последние 2, 4, 5. Так, что там, ключики или что там? Ключики. Окей, ключики мы взяли. И что это? Забираем ключ, поднимаемся на 6-й этаж. Окей. Так. В смысле неправильно? Не-не-не-не-не, от этой. Погнали. Тогда. О, я вижу, ты добралась до крыши. Поздравляю. Кстати, на крыше должна быть хорошая телефонная связь. Посмотрим. Угу. Че, тоже сохранение, что ли? А, ну да. Он работает хоть? Ни хрена, да? Так. Твой ключ на тележке. Не забывай его на крыше, Дэн. Ага. Чего-то не хватает? А, все антенны отключить. Так. Так что с ним поговорить? А ну сейчас посмотрим, чувак. Так, я могу позвонить девушке. Ага, позвонить начальству. Алло, эй, детка, это я, что делаешь? Вот, блядь. Так, он, значит, болтает со своей тёлкой, да? Так, а на какой нам этаж нужно? На первый этаж? Ну, окей. Так. Окей, погнали. Так, 274, 74, то есть я должен позвонить, да? Так, окей.
какой мы квартире живем? На пятом этаже мы живем, что ли? Погнали. Погнали. Сейчас решим вопрос. Так. В смысле не работает? Не понял. А, подожди, может просто дать питание, что ли? Стоп. Он же вроде сказал, что все заработал, разве нет? Стоп, не понял. А чё мы профукали? Телек-то работает, чё за дичь? Подожди. Стоп, а почему мы не можем позвонить? Чё за прикол? Так, что-то мне это ни хрена не нравится, потому что всё должно работать. В смысле не работает? Телек-то работает. Чё за дичь? Я что-то ни хрена не пойму. Это реально какая-то дичь. Как не может что-то работать? Вы что, издеваетесь? Что мне теперь, блядь, делать? Хренов говнюк. Ты опять со своей тёлкой трещишь? Стоп, на крышу можно залезть, что ли? Да это понятно насчет парня, блядь. Но тут соль не в этом. Совсем не в этом. Стоп, а для чего ремень? Опа. Что за ключ? От чего? Так, подожди, теперь нужно. Понять, от чего ключ вот этот.
Подожди. Спускаемся, выходим, общаемся. Позвонить мы этому дебилу не смогли, да? Интересно. Еще есть сумка. Спускаемся тогда на первый этаж. Блять. Запутанная игра, но интересная. Головоломки, конечно, не такие обычные, как в этом, в обычной версии. Так. Значит, со старухой надо поговорить. А в той версии мы с дедом говорили, а это старуха. О, добрый вечер. О, здравствуй, Маша. Так, часы. Это ваши часы. Да, они прозвенят, когда начнется мой любимый сериал. И тогда вы его пойдете смотреть. Конечно, в этой серии Дона Роза должна рассказать своей дочери, что она приемная. Ого! А когда сериал начинается? В 9. Похоже, что еще больше часа ждать. Он опять пьян, не так ли, Машенька, дорогая? Ты не должна все это терпеть. Но он неплохой человек, у него сейчас просто сложный период жизни. Он уголовник, не забывай про это, пожалуйста. Маша, уходи от него, подумай про малыша Андрея. Твой сын очень хороший, умный мальчик, он заслуживает на счастливое детство. Понятно. Вы не видели Андрюшу? Не могу его найти. Кажется, не видела, я не слежу за всеми. Не волнуйся, он точно играет где-то поблизости. Ясно. Так, стоп. Так, подожди. Что-то я немного обратно запутался, вообще полный трэш. На трубу. Чё, реально? А как на трубу ещё? Подожди. Заперт. Стоп. О, так, другая головоломка, да? Так. Решаем, да? А чё так передвигать нельзя, да? Блять, как же долго, сука. Ну какой белый цвет должен быть? Хорошо. А тут? Чё, блин? Фиолетовый аэр. Так, телефон работает. Отлично. Телефон у нас заработал. Так.
Понятно. Так. Значит, на шестой этаж идем. Только не понимаю, зачем на шестой. Так. Ну ладно, если собрать только мешок. Так может его сразу получится отвлечь? А ну-ка, сейчас посмотрим. Чё, не отвлекло, что ли? Вообще ни хрена. А, ну да, там же заблокирован, я забыл. Так, попробуем тогда позвонить. Если, конечно, эта фишка сработает. Четыре. Семьдесят четыре. Семьдесят четыре. Так. Да, я жительница дома 28. Вы можете дать команду ремонтику выдвигаться по следующему вызову. Нет, я просто хотел поторопить его. Хорошо. Ага. Так, ладушки. Так, а мы бабку отвлекли? Или нет? Я так и не понял, если честно. Нет. Бля, почему? Почему мы бабку не смогли отвлечь? Это странно. Блять. А на каком этаже? А, он работает только со второго? Это странно. Блять, как отвлечь его? Сейчас попробуем поговорить с ним. По сути, может, скрипт не сработал. О, ты еще здесь? Что ты делаешь? Играю игру на телефоне. Прикольно, да? Ага, тебе никто не звонил? Начальник, может. Да, но я не ответил, я же играю. Хо-хо-хо. А ты не очень переживаешь за свою работу. Пусть они думают, что я занят работой. Боже, что же делать? Отвлекать, блять, его. Так, не пойму, а почему не срабатывает гравий? Я ж вроде... И? Не пойму, бабки совсем похер, что ли? Это понятно. Так. Отверстие в мешке. А, во как. Надо было отверстие в мешке сделать. А ну-ка, что изменится?
В смысле не нужно? Блин, подожди. Так, ну ремень мы... Это что? Чё? Чё не так опять? Да это понятно, а чё не так сделал? Да это понятно. Ты типа должна сначала типа среагировать на то, что бабку надо отвлечь, что ли? Я что-то нихуя не пойму. Бля, это пиздец. Реально это пиздец. Типа мне скрипт не может сработать нихуя. Так, подожди. Сливная труба, да. Угу. Ну давай попробуем. Ну иди. Давай. Скрипт сработал, нет? Тупой скриптяга. Игра уже почти на финише. Давай. Ну давай. Пиздуй на первый этаж, как говорится. Ну, блять, быстрей. Алло, давай. Маша, двигай булками. Давай, блять. Ну, съёбуйся, Бабатян. Грёбаные скрипты. Вот честно. Да, бля... Твоя машина в порядке. Я слышал сигнализацию. Машина в безопасности, я уверяю тебя. Хорошо, тогда я, наверное, поеду уже. Хорошая мысль. Ага, понятно. Мы, значит, сволокли этого, блядь, чудовища. Так, окей. Теперь поворачиваем все антенны. Окей. Так. Поворачиваем эту. И еще две, да, походу. Так. Давай, поворачиваем эту. И вот эту. О! Это змей Андрюша, он там. Да-да-да, это было в оригинале. Ну... Какого хуя ты делаешь? Я пытаюсь привлечь твое внимание, а ты меня не слушаешь, ты не хочешь меня слышать. Зачем ты это делаешь? Чего? Я устал от твоей грубости и безразличия. Ты всегда пьян, что не так с тобой? Ты же не был таким раньше, что же, блядь, с тобой происходит? Ты даже не представляешь, что мне пришлось повидать в своей жизни, Маша. Ты меня не знаешь. Да кто ты, черт возьми, такая, чтобы судить меня? Без меня ты бы осталась на улице. Я очень ценю это, но ты пугаешь меня. Я не знаю, что ожидать от тебя завтра. Ты же знаешь, у меня сейчас много проблем навалилось. Это все очень сложно, ты все равно не поймешь. Я понимаю, но это не может так продолжаться.
Я иду искать сына. Когда я его найду, мы уйдем. Я ухожу от тебя, Олег. Я не хочу так жить. Ах ты, сука. Олег, нет, не трогай меня. Вот тварь, ты уйдешь только тогда, когда я скажу. Поняла, долбаная шлюха. Ну а чё, она его это спровоцировала. Невидимые слезы. Да. Трешовая ситуация, если честно. А вот и змей Андрюша. Блять, о боже мой. Ну да, ты его уебала. Олег, он мертв, господи, я убила его. Ну да. Чё ж еще делать-то? Так. Пам-пам-пам-пам-пам. Чё, блять, какое красивое небо. Как я устал. Когда-то мы с Андреем уедем из этого города, у нас все наладится. Так, стоп. А что мне делать? Ну, идем в дом, давай. Да ебать. Ты двигаешься. Давай, блядь. Домой пиздуем. Ебать, она двигается. Ну да, понятно, это потому что я хуёво. Так она сама домой пиздует, да? А чё? Чё нам теперь делать? Звонить, что ли? 911? Серьёзно? Один. Один. 911, что у вас случилось? Убийство. Кто жертва, где вы находитесь? Мой муж, я защищалась. Я не хотела его убивать. Где это произошло? На крыше дома. Владимирская улица, 28. Он был пьян, он начал избивать меня. Я не знала, что делать. Я думала, он убьет меня. Успокойтесь, оставайтесь на месте. Наш патруль уже выехал. Нет, нет, я должна найти своего сына. Он сейчас где-то один, и никто, кроме меня, не защитит его. Все. Так, а дальше? Выходим на улицу, и все? Или нет? Вот, подожди. Капец. Да, если в реале это представишь, становится стремновато. Вот такие реалии, да, ребятки? Пиздецовые реалии. Ладно. Выходим. Переходим улицу, как говорится, да? Стоп, подожди, я хочу и здесь скрин сделать. Так.
Что-то мне просто захотелось два скрина сделать. Так, стоп, а что здесь подобрать? Игрушку Андрея? И что-то еще? О, боже мой, это игрушка Андрея. Так, подожди, что-то еще здесь? Отвертка. Какая-то хуйня. Еще что-то. Лом. Чего, блядь? Ничего не вижу. Полезного среди мусора. А чё тут? Ну, как открыть? Подожди. Чё делать? Так. Подожди, а как... бля, подожди, а как ее открутить? Только здесь отсутствует, что ли? Пробуем. Из дорожного указателя в виде стрелки. Блять, как? Пиздец. Окей. Да подожди ты, блять. Допустим. Повреждена. А каким образом я включу? Еще? Серьезно? Подожди. Ага, вот так. Изолировали, давай. И чё? Так. Подключаем. Серьезно? Ага, вот она, блядь. Отлично. Так. Окей. Пробуем делать, как все это было в оригинале. Давай. Так. Ну, делай. Может, ты перейдешь улицу? Нет, нет, нет. Ну да. Кого-то сбили. Так, подожди, вправо проходим. Погнали.
вправо, так вправо. Это кто? А, вот и Андрюха. Мама. Слава Богу, Андрюша, с тобой все хорошо. Мама, папа просил обнять тебя за него. А, тот самый папа. Не отчим. Да, игра выглядит красиво. Фух. Ну что, дорогие друзья, что я хочу сказать? Игра очень интересная, хоть и ремейк, и короткая, но мы с вами не прощаемся, потому что будет история за мужа вот этой бабы, то есть почему он был в долгах, вот история того чувака. То есть отчима, почему он вроде как типа спился, почему он стал преступником. Да, вот этот отчим, он, по-моему, преступник. Так что будет вторая часть этой игры. Я надеюсь, вам было интересно. С вами был Казуку Фэмили. Приглашайте друзей, ставьте лайки. Мы не прощаемся. До новых встреч. Всем пока. Удачи, всего хорошего и пока-пока!